Здравствуйте, дорогие мои друзья. Знаете, хорошо. Лес. Лес, зимний лес. Хочу покаяться вам, да. Хотя, может быть, некоторых из вас я разочарую. Но, знаете, я никогда перед вами же не прикидывался каким-то ангелком. Даже наоборот, стараюсь иногда показать некие такие темные стороны, потому что, сами знаете, без верха нет низа, без низа нет верха. И если говорить, что безусловная любовь, любовью наполним мы это, ну, часто, знаете, любовь – это хорошо, спору нету. Но в каких-то моментах, когда жизни вашей или жизни ваших друзей что-то угрожает, тут не до сантиментов, не до вот этих вот безусловной любовью наполним сердца злодеев. Сегодня, друзья мои, была охота. Охота на кабанов. Здесь у нас кабаны, друзья мои, потому что я даже знаю короля кабанов, замечательного, здоровенного вепря. И знаю духа этого леса, и знаю, как он относится к охотникам. И я своими скромными силами просто проклял их. Проклял тех людей, которые приехали забрать жизни моих друзей, кабанов. Да, я друг кабанов. Да, может быть, я и сам, в конце концов, где-то являюсь этим кабаном. Здоровенным, вонючим, но далеко не безобидным. Поэтому, когда моих друзей пытаются убить, слава богу, сегодня этого не произошло. Неудачно у них охота. Постреляли, поездили эти пижоны, да, мужички, которые изображают из себя добытчиков. Но, кроме этого, я надеюсь, что мое проклятие, конечно, не погубит их. Не в этом дело-то. Дело не в том, чтобы переместить их, так сказать, души в другое измерение, может быть, в кабанье тела, хотя это был бы хороший урок. А для того, чтобы, наверное, пришло осознание, что не надо приходить и забирать чужие жизни просто так. Да, вы скажете, нет, они хотели мясо. Какие цены сейчас в магазине? Нет, друзья мои, они хотели забрать чужую жизнь. А ушли без удачи, и многие и без здоровья. Вот пусть они поймут, каково иметь, так сказать, в своем теле, знаете, такую волчью картечь, с которой охотятся на этих милых, добрых свинок. Хотя не всегда они милые и добрые, но я люблю кабанов за их бесстрашие, за их ярость. Это сильные существа. Это вам не домашние свиньи, которых... Ну и мы, друзья, я знаю, что многие из вас далеко не домашние свинки, которых вот правительство собирается тут, не овечки, которых собирается стричь. Нет, мы не позволим. Мы, друзья мои, клыки свои выпустим, скинем свое вот это обличье. И, ну, иногда и начнем рвать сердца у тех, кто это заслуживает. Потому что это справедливо. А почему бы через нас эта справедливость оттуда, с небес, не может приходить сюда, в этот мир? Как вы думаете? Можете ли вы быть глазами Вселенной, руками Вселенной, чтобы вносить равновесие, баланс, такой уравнитель? Великий уравнитель в этом мире. Может быть, это вы? Я-то нет. Я-то просто кабан. Все, друзья мои, пока.